Олексій Шапарєв – режисер, сценарист, актор. Народився 13 травня 1974 року в Донецьку. Зараз живе у Києві. Закінчив Інститут кіно і телебачення у Санкт-Петербурзі. У 2008-му дебютував як автор сценарія анімаційної картини «Аринка в країні казок». У 2009-му заснував студію дитячих і юнацьких фільмів імені Ханжонкова. У 2012 році став автором ідеї та режисером української 3D-анімації «Ескімоска». Мультфільм придбали телеканали Росії, США, Канади, Китаю та Індії. У 2014-му закінчив комедію «Київський торт», яку зняв за власним сценарієм, а також серіал «Гвардія». До речі, зараз йдуть перемовини про його продовження. Шапарєва цікавить українська історія. Зараз у планах робота над стрічкою про героїв Крут. У 2017-му на екрани виходить повнометражна спортивна драма Шапарєва «Правило боя». Любить собак, одружений, має двох дітей. Вважає, що люди ніколи не розлюблять кіно. Вітаю вас знову на 9-му каналі. В ефірі наш проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. Сьогодні в мене знов цікавий гість – це пан Олексій Шапарєв. Вас часто називають пан? Ну, да. Нравится? Ну, нормально. Ну, а вот господин, сэр, мистер? Да я к этому очень спокойно отношусь. Гер? Мне, ну вот, все называйте равно, как угодно. Называйте как угодно, окей. Да. Алексей Шапарев, режиссер. Нравится? Мне нормально, нравится. Алексей Шапарев, режиссер, он привез в Днепр сейчас фильм «Правила боя», новый фильм, но о нем мы поговорим потом, потому что мне всегда интересно, что было до того, с чего все начиналось. Мне вообще интересно детство, на самом деле. Кем вы хотели быть в детстве? Летчиком хотел быть, потом авиаконструктором хотел быть. Это совсем маленький? Ну да, 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 да. Потом музыкантом хотел быть, даже чуть-чуть поучился. А потом как-то вот попал в Питер и завертелось. И пропал? Да. Музыкант? Да. А музыкант у вас еще существует? Нет, в какой-то я форме? Там играю, но на это... чем? Я играю на гитаре, на укулеле, там, на бас-гитаре играю. Вот. Иногда там на пианино. Ну, на пианино я не очень хорошо играю, так больше с дочкой вместе. А на укулеле хорошо? Ну, более-менее, да. Быть музыкантом, это, наверное, в подростковом возрасте что-то такое, да, да, скорее да. всего, да? Нет, там была очень смешная история. Я был влюблен в девочку, которая на год меня старше училась. Она уехала, поступила в музыкальное училище в другой город. И я, в принципе, за год научился играть и тоже поехал туда. То есть, чтобы быть ближе к любви? Да. Научился играть? Да, 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 любовь. То есть это не была какая-то группа, это не были подростковые там не, страдания, потом были группы, там, например, да? Да, потом была группа, конечно же, потом разные были даже какие-то попытки более-менее этим всем профессионально заниматься, но как-то все равно это было, ну вот, не совсем мое. То есть хорошо, нравилось, но... А музыкальное образование есть какое-то? Ну, я не доучился, я полгода там поучился, потом вернулся. Быстро в школу, понял, да. что не мое, да? Да, потом вернулся в 10 класс. Ну, вот этот опыт, это же все равно опыт, правильно? Какой ну, бы приключение, да. Да, приключение, опыт, он в режиссерской работе в копилочку как-то там кладется, Нет, работает. Ну, конечно, это помогает, потому что, во всяком случае, хотя бы ты слышишь, сейчас последнее время, я вот, кстати, забегая вперед, скажу, что мы, когда заканчивали картину «Правила боя», столкнулись с тем, что у нас вообще в Украине очень талантливая молодежь, и очень много ну, суперовых, классных музыкантов, о которых мы даже не, ну, лично я даже не подозревал, что вы они Вы говорите, есть. Столкнулись с тем, я думаю, сейчас начнется о проблемах. Не, а вы не, говорите, не. У нас суперовая молодежь, класс. Да, так приятно? Да, ну, честно, я как для себя очень много интересного и нового открыл. И мы когда, ну, повторюсь, заканчивали картину, я попросил своего хорошего товарища, он режиссер, но он больше как клипмейкер, Олег Борщевский,
помочь с музыкой для фильма. Он согласился поработать как музыкальный редактор, это раньше называлось. И вот он сделал потрясающие подборки по музыке. И то есть я вот для себя открыл огромное количество. К сожалению, все не могло в кино войти, потому что фильм там 80 с чем-то минут. Но фильм же не резиновый. Не резиновый, да. Но, во всяком случае, вот то, что я из новых ребят услышал, мне очень сильно понравилось. Например? Я открыл для себя такого парня, как Саша Ермак. Он для нас написал трек специально. Вот, Женя Галич тоже, я его так знал, но никогда там с группой. Хардкиз, допустим, прекрасная группа. Вот, Бумбокс, замечательные ребята, все очень круто делают. Потом... Ну, много, в общем, ну, да, хороших групп. Да, они, я думаю, рады, что вы их открыли, потому что открыть себя в кино для них это тоже не совсем даже это моя заслуга, просто нужда заставила. Ну, не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, теперь да. Вашей, как бы, скажем так, памяти больше хорошей музыки. Это же тоже хорошо. Если раньше там в основном какую-то британскую современную, там еще из-за детей слушал, ну, просто они там любят Imagine Dragons, там еще Muse, вот эти всякие направления слушать. И постоянно это было в машине. Ну, и я тоже как бы уже... чтобы от детей не отставать, потому что дети у нас продвинутые все. А детей много у вас? Ну, вообще трое. Ну, да. Трое? Трое, да. Ну, средняя дочка жены, старший сын, ему уже 18, он живет уже не с нами, ну и Маречка наша общая. Угу. Все равно трое. Когда я услышала название группы, я решила узнать, боже, сколько же лет вашим детям, ну если 18, ну, дети то нормально. Слушают. Нет, это как раз младшие слушают. Сколько ей? Это Маречке 9, Марте 15. Вот. Она слушает Мьюз? Да. То есть это она принесла в вашу машину, Cure, скажем, Мьюз, да, и квартиру, вот, или вы? Dragons. Это они все, да. Я только, а даже вот эту показали, мне очень понравилась Pretty Reckless, такая супер британская харизматичная девушка. То вам уже есть кого брать музыкальным редактором в дальнейшем, на самом деле. Но вообще они сказали, будут обе режиссерами. Вот. Окей, вы им этого желаете? Нет, это их выбор, пусть сами себе решают. То есть, что если от меня будет зависеть... помочь чем-то, я, конечно, помогу. Ну вот хорошо, младшая дочь говорит, что я буду режиссером. Внутри ёкнула, я понимаю, что как мудрый отец, взрослый, вы не имеете права там ломать через колено, давить, не хотите. Я сам был в такой ситуации, когда мне говорили. Но внутри, что в этот момент внутри? Не, ну, конечно, приятно, ну как, все-таки... Если это получится, так это будет то здорово. То есть приятно, не уже... страшно, нет протеста, нет, что нет, ой, нет. Зачем это, куда ну, ты? Я понимаю, что это очень тяжелая, очень ненормальная работа, но я, допустим, свою работу очень сильно люблю. Ну, иначе бы вы ей не занимались. Вы же не мазохист. Ну, да. Иногда есть, конечно, как во всех профессиях, есть куча сложностей, куча нюансов, но это все потом забывается, остается кино. Даже секс не всегда бывает однозначно ровным и приятным, правильно? Да, всяко бывает, согласен, в жизни, но это не повод отказаться от него навсегда, правда же? Ну, не стоит, конечно, от такого отказываться. Хорошо, давайте вернемся к детству. Итак, я думаю, что мечту стать летчиком родители, наверное, поддерживали. Да. А мечту стать режиссером? Ну, тогда я уже взрослый был. Угу. Это уже был осознанный выбор. Это не то детский. Есть до того было какое-то образование после школы? И еще какие-то там попытки занять свое место в социуме? Другое, не режиссерское? Ну, тогда была такая сложная ситуация. Это начало 90-х было. И поступать куда-то... Ну, я для себя после школы не знал, кем я хочу быть. Что я хочу делать, у меня не было вообще понимания. Там попробовал то, сё, пятое, десятое, даже поработал в гитарной компании, собирал электрогитары.
там была такая авантюра. Значит, есть британская компания Manson, они здесь, в Украине, у них был маленький, ну, как фабрика, которая заготовки им поставляла, вот там делались корпуса, гриф, и все им потом отправлялось, и они уже там все это доводили. То есть вы были сборщиком? Ну, да, я там подгонял все это, делал ладочки. Все. Нравилось? Ну, прикольно было, здорово. Это интересная работа, дерево все-таки оно. Живое, приятное. А вы любите работать руками вообще? Ну, это для меня отдых. Что умеете? Табуретку умеете? Не, ну да, более-менее так. Да? А комодик? Не, ну это уже так, это надо инструменты, это надо время, як то кажуть, часто натхнення. Ну, якщо буде часто натхнення, то не, ну, в принципі, да, конечно, есть там желание, вот мы сейчас с женой озадачились постройкой дома, и есть, конечно, желание там какую-то мастерскую себе, коморочку иметь, чтобы что-то делать руками. То есть, в принципе, если режиссура надоест, или вдруг там, я не знаю, кино закончится в мире, там все, да, исчерпает себя, то есть чем на хлеб зарабатывать. Ну, я вам скажу честно, такая хитрая профессия, пришлось овладеть многими профессиями параллельно. Ну, потому что иногда работая, я же раньше снимал еще очень много разной рекламы, там каких-то корпоративных историй, ну, это, семью кормить надо было, вот, и погружаешься в материал, и начинаешь изучать, там, и я, допустим, могу рассказать о некоторых тонкостях, к примеру, нефтедобычи. То есть вы дотошны? Ну, конечно, ты же это должен снять и должен внятно показать и рассказать зрителю, поэтому если ты не будешь глубоко понимать предмет своей работы, ну, над чем ты сейчас трудишься, то у тебя ничего хорошего не получится. Ну, я думаю, что первичен все-таки ваш характер, потому что иначе, если бы вы не были таким, вы бы не смогли вот этим заниматься, потому что поверхностный человек, то есть можно же быть поверхностным такой человеком, правильно, раздать всем указания. Не, ну, можно, конечно, но это вот, же и самому не вникать, то есть вам, например, снимая там гвардию, да, давайте вот к вашим работам, вам приходилось вникать в историю, скажем, вопроса? Ну, не просто приходилось вникать. В там нюансы, я не знаю, экипировки, там, ну, лексики тех времен и там всего остального. Для того, чтобы фильм был достоверным и фильм не про сейчас, нужно же массу нюансов учитывать. Ну, конечно, да. Плюс все началось с Майдана, и мы ходили, помогали ребятам. То есть я не был там, я не скажу, что я был каким-то активным участником, но какую-то посильную помощь сделал. А потом, когда предложили снимать этот проект, я честно скажу, вначале у меня такие вагания было, потому что, ну, оно все вот еще происходило, и непонятно даже, чем это все закончится, ну... То есть однозначной уверенности в том, что вы хотите это делать, у вас не было? Ну, да? Изначально вот не было, то есть, потому что страх даже какой-то был, ну, потому что все вот оно сейчас. Вот знаете, как утром в газете, вечером в куплете, там, глупость, конечно, сказал, но вот люди ну, уже гибли. Есть. Ну, так было, да. И пришлось через себя все это еще и пропускать. Вот. Плюс еще и условия были такие достаточно тяжелые в плане работы, но сделали, слава богу, есть картина. Четыре серии, да, там? Да, да, да. Дальше что-то будет? Есть предложение? Вот сейчас, сразу после премьеры, буду входить в проект «Гвардия 2». Да. То есть это уже однозначно? Ну да, уже... Уже да. То есть мы не открыли никакого сейчас секрета там, никакого спойлера? Ну, еще таких как бы там пресс-релизов еще ничего не было, но сейчас заканчивается сценарная работа. Нам помогает еще консультант военный сейчас как раз уже, потому что там доводим какие-то истории так, чтобы они были правдоподобные, потому что уже произошло много событий, и мы понимаем, к чему это все нас ведет. Какую... Мы понимаем? Ну, есть уже некое предположение, скажем так. Еще я не готов там вслух о нем кричать. То есть я сам лично для себя выводы сделал. Может, они ошибочные, но во всяком случае, хотя бы я понимаю, где край этой пропасти.
А уже когда будем лететь, тогда уже будет совсем. Тогда же будет не до кино, да, наверное. Уже... Нет, оно будет тоже до кино, всегда будет до кино, потому что кино это все-таки тот инструмент, слава богу, еще, который может как-то влиять на человека, на его восприятие жизненное. Угу. Ну, так, наверное, правильно сказать. Ну, кино началось для вас не сразу, с того момента, когда вы вот захотели, и когда вы решили, с чего все начиналось? Да был долгий путь еще после института, там в рекламе много поработал. Какой институт? Ну, Лики. Угу. Ленинградский институт инженеров кино. А как оно бывает? Ты предлагаешь себя, то есть ты вот закончил диплом, да? Диплом открытый же, наверное, да, был. Ничего, не было же трудоустройства. Деле, да, ты ходишь и говоришь, там, я могу вот снять вам клип, да, например? Или же какие-то Нет, заказы? Нет, там сначала ты пытаешься себе сделать некое портфолио, потому что просто приди и скажи, смотрите, какой я красивый и талантливый, ну, тебя сразу нафиг пошлют. А ты, все равно ты должен был прийти, показать там свой уровень, своих работ, заинтересовать там рекламное агентство, тогда уже начали открываться там какие-то продакшены. Но все это еще было в таком... Зайчаточном состоянии. Это все а было. Дипломное кино снимали? Да. Да? Какое? Метр. А? Мексиканцы оно называлось. Мексиканцы? Да, ну там такая смешная коротенькая история на 3 минуты о муже, который взял деньги у семьи и построил автозаправку на той дороге, где не ездит ни одна машина. И начинался фильм с того, что такой мы нашли суриката, сурикат стоит в поле, такое марево, дымка, видим вдалеке заправку, слышим женский мат. Она его шпилит за то, что вот он такой козел, как можно было так потратить все наши деньги. И значит, какой ты нерасчетливый, какой ты тюха, матюха и все такое. Но это еще было все... Фильм о матриархате, да? Как раз на португальском, по-моему, мы так... Ну, а-ля под мексиканский, но это был... Стилизация такая. Абракадабра, конечно, да. Мы там титры писали, но она так эмоционально что-то кричала на Ну, это марсианский язык называется, да. Похожий между португальским и испанским, нечто. Ну, музыканты такое. Называют рыба обычно, да, ну, когда да, там да. Поют как бы на английском, такое, да. Вот. А он, значит, просто стоит все время с таким старым грюндиком, крутит настройки и слушает о том, как... Авиагонка на маломоторных самолетах летит по 48-й параллели, и там идет репортаж про эти спортивные самолеты, которые летят вокруг мира, значит, и он отмороженным видом все время слушает, и потом мы опять видим этого суриката, слышим звук мотора, 2-го, 3-го, 4-го, 7-го, и на общем плане, потому что тогда еще компьютерной графики как таковой не было, там делалось такое КМБ, вот, и на общем плане видим, что напротив заправки стоят эти 7 самолетов, и крупно, как он наливает бак бензин, и потом он стоит довольный с огромной пачкой денег. То есть он-то знал? Ну да, он-то знал, конечно, да. То есть если ты знаешь, то бесполезно... Ну, вот усилия такое, да. Близких, которым кажется, что они знают лучше, они бесполезны, это об этом? Ну, не Потому то, что сколько не кричи на Лешу, да, вот да, все равно ну, мы режиссеры. Тут, да, тут, да? Вот тут, об этом? Да, да. Вот это, а да, где вы взяли сурикаты? Ой, так в зоопарке их там было 1 000 000, это как раз была небольшая проблема. А они поддаются вот... Да, они вообще отморожены, им только поставил и все. Серьезно? Да, да, он будет стоять по жизни. Какую работу вот свою вы считаете вот, ну, вот первой, которую вот сейчас для портфолио не стыдно показать вот, ну, очень хорошему, скажем, очень умному, да нет, грамотному сейчас... заказчику? Это давно же уже все было. Вот. Ну вот из кино. Что можете предъявить? Ну, у меня вообще принцип простой. Самый лучший, самый главный проект, тот, который ты делаешь в данную минуту своей жизни. То есть правила боя. Ну, сейчас, да, сейчас правила боя. Сейчас это вот 1.5 года жизни ушло туда. Сейчас это важный проект. Насколько я поняла, вы не великий поклонник Голливуда. Я правильно понимаю? Ну, как сказать...
Ну, там, что прям великий-великий, не скажу, но если бы позвонили из компании Marvel и предложили работу, я бы с удовольствием согласился. Нет, в плане ну, воплощения того, что вы делаете, в плане воплощения идей. Ну, во-первых, я отдаю себе отчет по поводу этой махины индустриальной и по поводу наших возможностей, потому что, ну, ты не можешь там перепрыгнуть через голову, задумав там что-то, что ты не сможешь реализовать. Ну, смысл какой? То есть дело только в возможностях или дело в, ну, каком-то идеологическом, скажем, подходе? Ну, больше, наверное, мне кажется, для меня сейчас уже больше в возможностях, потому что сам ты, кино – это же большой штат людей, большой штат профессионалов, и каждый должен быть на своем месте, что-то делать правильно. Но к тому, что мы видим сейчас, тот продукт, который поставляет Голливуд, понятно, что огромнейший мегаресурс задействован, которого у нас, к сожалению, еще пока нет. Поэтому давайте делать и жить по силам, по возможностям, по нашим. Мозги и идеи у нас есть? Да, в принципе, хватает. Есть хороший сценарий, есть хорошие темы. Тем как раз вот для Украины миллиард, потому что все, ну вот начинается. У меня там вот снял фильм, где есть бокс, да, хотя в стране есть великие боксеры, там Вася Ломаченко, там Александр Усик. Те же Кличко, все-таки, хоть и мэр он не очень. Ну, есть традиция, да, есть. Но почему нет? Украинский есть бокс школа. Один из лучших, и наша же, помните, олимпийская сборная по боксу была лучшей на Олимпиаде, то есть и школа у нас прекрасная, и все, все, чего ж бы не сделать. Ниша абсолютно свободная была. Там фильм о футболе он Ахтем снял, этот «Чемпион из подворотни» тоже хорошее, понятное детское кино. Вот. И сейчас, в принципе, куда ни копни, любую берешь тему, и ты можешь брать ее, разрабатывать и делать, потому что, ну, огромное поле, оно еще ничем не засажено. А как сейчас работает вот эта схема? Есть госзаказ или есть тут каждый пакет раз предложений? По-разному. Вот как с правилами боя, например? Не, ну, правила боя – это вообще за частные инвестиции сделанное кино, причем инвестор не украинский. Инвестор из Беларуси, я вам честно скажу, то, что там просто человек действительно поверил в эту идею, поверил в эту историю, и плюс он большой любитель бокса. То есть была идея? Ну, ваша? Конечно, да. Ваша да, идея? Да. Угу. Ну, была, если сказать правду, откуда ноги выросли, мы как-то с Алексеем Сергеевичем сидели в ресторанчике и разговаривали на тему, какое бы было бы прикольно начать разрабатывать идею, какой делать фильм. И он говорит, так вот бокс же у нас, какой бокс? Ну, что ж не сделать кино про бокс? Вот. И потом, ну, знаете, зерно посеялось. Если бы снимали в Беларуси, это был бы хоккей, да? Ну, может быть. Что, хоккей тоже хорошо. Я понимаю иронию, конечно, но... Нет, это не ирония, я просто пытаюсь логику поймать. Ну, вот, да, я... Ну, в принципе, где-то, да, где-то... У нас же еще какая проблема, что у нас же нет пророка в Отечестве. Ну, это проблема? Ну, это по-моему, везде, да, просто. Такая данность, да. И хотя бы тут у нас начинают обращать внимание, когда ты не здесь у себя взял и сделал, да, там, не открыл новую планету, не сделал формулу какого-то там препарата, который лечит там кучу болезней. А вот когда ты поехал туда, тебя там заметили, ты там что-то доказал, все сказали, о, наш, родной, родненький, хохол наш же, любименький, вот же какой-то. Да, везде начинают искать корни, конечно. Да. Вы же знаете, что у большинства голливудских актеров, режиссеров, у них корни, ну, как правило, из Одессы, да? Ну, да, там же Голливуд, это итальянская, еврейская мафия, это ж ни для кого не секрет. Есть еще второй путь. Ты можешь сделать здесь, но для кого-то очень крутого там. Например, в Днепре есть там ребята, которые делают компьютерную графику для Coldplay, ну, там, да, и, да, там и прочих групп. Да? И когда мы видим офигенный клип совершенно, а потом мы читаем, что вот там компания такая-то из Днепра, и думаешь, ничего себе, да? Нет, у нас, я же повторюсь, у нас очень много
талантливых, нормальных ребят, и это новое поколение идет вперед семимильными шагами. Ну, вы же еще себя относите к молодым талантливым? Ну, еще пока. Которые еще могут семимильными? Я еще могу, конечно. Вам сколько лет? 42. 42, да, ну еще. Для кино, по-моему, это только вообще детский возраст, да. Собственно говоря. Вы говорите, у нас много молодых талантливых. Чего у нас мало тогда? Ну, то, что бы хотелось вот лично мне увидеть, то, конечно, уйти от поверхностности, а все-таки, чтобы все было гораздо глубже. И это в первую очередь, мне кажется, важно начать с образовательной программы, которая, ну, пока, мне кажется, у нас очень-очень слабенькая. У нас плохо учат режиссеров, киношников? Но их фактически не учат, потому что есть полтора вуза, вот, и эти полтора вуза находятся, ну, как мне кажется, в достаточно таком плачевном состоянии. Угу. Просто не то, что там кто-то плохо свою работу делает, а общая система, она шатается очень сильно. Формально достаточно, мне кажется, просто делать свою работу. Есть какая-то институция, я не хочу сказать формально. Ну, в общем. Но мало-мало, и стимула ни у кого нету. А открыть частный вуз, например, но частную школу? Ну, это же, мне кажется, тоже целая большая... Ну, тогда затея. Бросить кино, да, придется? Нет, я ни в коем случае не претендую на какую-то... Ну, я плохой педагог, я не люблю. То есть, а вообще зовут на какие-то мастер-классы? Ну, какие-то, на да, встречи, периодически, там, да, в рамках каких-то расскажите, там... Бывает? Да, да, да. Очень там любят звать операторы... Операторские курсы, которые ведут, часто зовут тоже режиссеры, просто поделиться каким-то опытом в плане там технологии. То есть ты не заходишь на территорию мастера, который ведет курс, а просто рассказываешь свой какой-то рабочий опыт по той или иной теме, по той или иной там работе, скажем так. Вы говорите, хочется глубже. Хочется глубже в плане там... Ну, подачи материала, да, глубже в плане идеи или глубже в плане профессионализма вообще, компетентности? В плане профессионализма вообще, как бы. И это касается, мне кажется, не только кино. Это касается, мне кажется, очень огромного количества отраслей и профессий, которые у нас присутствуют, ну, и чем занимаются люди. Потому что, как сказал там один мой приятель, вот, если у тебя есть фотоаппарат, то ты уже фотограф. А если, но тебе же не обязательно все четко понимать, как оно работает, для чего там диафрагму крутить, для чего там ISO выставлять и все остальное, композицию кадра, там золотое сечение и все эти мелкие нюансы. Это же не обязательно знать. Фотоаппарат есть, ты фотограф. А вот если у тебя флейта есть, и ты на ней играть не умеешь, то ты просто владелец флейты. Вот, поэтому хочется, ну, как раз я почему примеры про этот фотоаппарат привел, что вроде кажется техника дошла, что она сама все снимает, но на самом-то деле знать надо и понимать надо. Это то же самое, как там великие художники, которые стали рисовать как-то по-другому, но изначально-то они владели хорошим, внятным классическим рисунком, они понимали все, что такое основа композиции, нарисовали миллионы портретов разными технологиями и способами, понимают, что такое свет, тень, цветопередача, все это они прекрасно понимали. Потом уже, когда они все это имели огромный багаж знаний, потом они стали рисовать там свои какой-то определенный... У меня на этот счет всегда есть такой пример, что вот кажется, что клоун, он ничего не умеет, да, когда он пародирует жонглера или там канатоходца, он падает смешно. Я давно уже узнала, что на самом деле клоунов учат и жонглировать, и ходить. Конечно. И при этом для того, чтобы сделать плохо, они изначально должны это уметь делать хорошо. Но нам-то кажется, что он такой недотёпа, ничего не умеет. Здорово на самом деле, что вы говорите о профессионализме, будучи профессионалом на самом деле. Где вы находите команду? Это команда, которую вы себе вот собрали по крупицам и уже не отпускаете? Нет, это все сейчас... Слава богу, в Украине рынок профессионалов растет и появляются в разных департаментах
это так называется, достаточно большое количество опытных и интереснейших людей. Там есть несколько хороших художников, есть ряд замечательных операторов, которые снимают красиво и хорошо. Есть уже по чуть-чуть вырастают сценаристы, ну, с которыми интересно общаться, и они тебя слышат. Не просто там ты что-то говоришь человеку, он пришел, там написал, говорит, на, все, плати деньги, давай, пока, все. Но ты же не то написал. Вот. Появился за счет того, что у нас было очень большое количество проектов, шедших там раньше из России. За счет этого появился там большой штат хороших техников, осветителей, гафферов. Опять же, за счет того, что часто приглашают снимать каких-то иностранцев, опытнейших там с именами там операторов, тех же режиссеров. Это в большей степени происходит в рекламной отрасли, но за счет этого сформировался как раз вот в частности в Киеве хороший техперсонал. То есть есть с кем работать, да, на самом деле. Да, то есть ты можешь ставить сложные, интересные задачи, люди это уже могут делать. Просто чтоб, главное, чтобы ресурса хватало и материального, и технического. Вот. А так, в принципе, под каждый проект, ну, ты думаешь, с кем бы ты пошел там снимать, кто бы, в разведку. Кого бы взял бы оператором. Ага, ну этот такой, он снимает так, вот у него свой стиль, у этого свой стиль, а тут я там себе придумал, что у меня будет там куча ручной камеры, значит, ага, ну этот все время там на тележке ездит, не подойдет. Ну, и вот, то есть под разные задачи можете уже выбирать, да? Да, да, да. Ну, на самом деле, слушайте, вы редкий, на самом деле, режиссер, потому что сидели тут разные люди и говорили в основном, ну, об унылой картине в этой сфере. Не, ну, уныние, понимаете, уныние же оно порождает уныние. Что не с кем работать. Да. Не с кем работать, как все плохо. И потом смотришь на экране, а там оно, унылое. Оно. Оно, да. Просто если так относиться к жизни, так, тогда какого черта ты вообще шел в профессию? Вообще, какого черта ты живешь? У музыкантов я обычно спрашиваю, должен ли музыкант быть наслушанным. У писателей обычно я спрашиваю, должен ли писатель быть начитанным. Ну, у режиссера не грех спросить, должен ли режиссер быть насмотренным на самом ну, деле. Конечно, понимать, конечно, о чем. Конечно, конечно. Или же, наоборот, это мешает. Ну, смотря в какой ситуации, но во всяком случае я так скажу, что когда нет такой вот прям плотной основной работы, которая забирает огромное количество твоего времени, я смотрю, я всеядный вообще, я люблю разножанровое кино, мне оно все интересно, потому что помимо того, что ты смотришь историю, там рассказанную в картинках, ты еще посмотришь, как это сделано, там что-то для себя находишь. Интересно то, что сейчас делается больше, или интересно, как это было раньше? То есть интересны больше тенденции или же что-то другое? Ну, в плане технологий, конечно, лучше смотреть современное кино, потому что ты там каждый раз они тебя поражают этими какими-то компьютерными плюшками. Подпитывают. Ну, да, то есть становится интересно, там наводят на определенные мысли. Но есть ряд старых, хороших, добротных фильмов, которые как хорошую эту кассету, помните, в машине, не пластинку, а именно кассету послушаешь. И все, там. Есть что-то вот привычное, родное, любимое, которое можно смотреть там, ну, для умиротворения или просто вот можно смотреть часто? Или нет такого, что пересматривается? Нет, такого нет. Прям вот я не засматриваю кино. То есть, есть там ряд каких-то фильмов, которые я там смотрю с промежутком в 5-6 лет. Ну вот, в принципе, это как вот хорошую книгу, которую там читал 10 лет назад. А, я свежу уж в памяти, как же там хорошо все написано. Но есть такой набор фильмов, и я это называю под настроение. Вот, есть, к примеру, фильм Копполы «Апокалипсис». Ну, скажу честно, я с большой осторожностью отношусь к этому фильму, он мне очень нравится. Ну, я считаю, это один из мощнейших вообще фильмов, который был снят вообще за всю историю кино. Потому что я не знаю, сколько раз его видел, там 20, 30, может меньше. Ну, но каждый раз находишь
там какой-то новый поворот, новую реакцию, новую фразу, и каждый раз ты для себя его как-то по-новому открываешь. Ну, скажу честно, после этого фильма где-то недели две или три вообще ничего не могу смотреть, потому что он, ну, на меня как-то, лично на меня как-то так действует очень странным образом. Это вот как книжки Маркеса тоже. Прочитал там, и уже опять думаешь, нет, нет, пока в руки ничего брать не буду. Что-то экранизировать, есть желание, например? Я же так понимаю, что кроме того, что вы смотрящий, вы читающий тоже. Ну, в принципе, были идеи. Вот. Ну, и то нравится, и там можно интересно сделать. Все хочу. Да, ну, сейчас вот я сразу в конце года следующего начинается большой, интересный и сложный проект, называется «Круты». Угу. Вот, это 100-летней давности история, трагедия по историческому событию реальному, бой под Крутами. Угу. Вот, и мы сейчас как раз вот работаем со сценарием, финализируем его. Но это из того, что... Да, это художественный фильм, причем я себе там напридумывал, что я хочу это кино снимать для молодежи, ну, для молодого поколения в первую очередь, и там даже вот так себе придумал, что это будет такой немножко шпионский вестерн или истерн, ну, в большей степени. Но, ну, то есть мы взяли за основу те события, которые были, вот восстание на заводе «Арсенал», расшатывание Киева изнутри, движение Красной Армии в сторону Киева, задача у ребят была продержать их хотя бы день, чтобы они не прошли этот рубеж. Вот, то, что там огромное количество солдат ушло на подавление восстаний, и осталось всего 400 человек, которые, в принципе, отразили нападение 4-тысячной армии. То есть в этом был подвиг, а уже как это, вот эта нелепость, глупость, смерть этих детей. Просто ребята заблудились на самом деле. То есть там они попали, вышли на тот огонек, который уже был не их, не спасительный огонек, а тот огонь, который заманил их в сети. Как раз они четко попали в руки к Муравьеву, который был страшно зол, потому что он не понимал, как 400 вообще человек могли остановить 4000. Ну и просто попали под горячую руку. Скажем. Вообще украинская история дает пищу для режиссуры? Да, вообще украинская история богатая, интересная. Вам это действительно интересно? Очень интересная тема, допустим, я когда там тоже думаешь, над чем бы поработать. Вот «Скиф», допустим, шикарнейшая тема. И огромное поле вообще для всего... Тогда вы точно придете в Днепр и снимете наших баб, которые возле музея стоят. Вот, потому что там, начиная а мы будем от писаний Геродота, да, и до современных интерпретаций, вот как там сейчас там сняли этот мега-суперсериал «Игры престолов», да, ну, они же что взяли? Они взяли все равно часть культуры оттуда, изобразительной какой-то, часть быта, одежды. Если посмотреть на этот сериал и сравнить те наброски, которые были... Ну, дошли до наших дней. И есть еще в Крыму был замечательный художник, к сожалению, фамилии не помню, он сдал очень крутой такой альбом своих рисунков как раз о жизни скифов. Ну, я считаю, это такая тема, просто огромнейший пласт. Казацкая героика. Ну, тут, по-моему, уже... Бери и делай, и тут ты можешь... Черпай горстями, да. Все, вот тут все есть. Это а нет, наше нет у вас ощущения, что в Украине делать об Украине, ну, сейчас сложно и несколько опасно, потому что всегда найдутся, ну, скажем так, идеологические наставники, которые скажут, нужно подрихтовать, подчистить, ну, подлакировать, потому что украинская история, она достаточно болезненная, мы все это взрослые люди, мы все понимаем, да, что не так все хорошо, и казаки тоже не белые, не пушистые, у них там... Нет, так а нет же белого, нет черного. Свои внутренние были проблемы. Или история Крут, это же, ну, на самом деле, это беда и трагедия, да, которую подают очень по-разному в учебниках, просто очень. Ну, да, вот мы даже по поводу Крут скажу, что
командовал Аверкий Гончаренко. Вот. Но история его просто вышлифовала, стерла, да, по одной простой причине, что потом во Вторую мировую войну он сотрудничал с фашистами, с СС. Угу. Потом бросил, понял, что это все гиблое дело, и уехал, и в 80-м году умер в Америке. Ну, у нас есть Махно, который тоже, да, может быть идеальным, а может быть другим совсем. Ну, оно и было, время же было неоднозначное, и, ну, говорить, что это плохой, это хороший, ну, нельзя. И вообще человек, он не плохой, не хороший. У нас Ленин долгое время был прекрасным, правильно? Ну, да, а сейчас вот мы его... Кстати, к декоммунизации вы как относитесь? Да, нормально, даже... Даже... Вы же привыкли к новым киевским названиям? Да, я как-то спокойно. Мне, ну, у меня нет этого пункта там по поводу языка, по поводу декоммунизации. Вы же не коренной киевлянин. Откуда нет, вы родом? Я из Донецка. Из Донецка. Конкретно. Да, вообще вот конкретно родился в Авдеевке. В Авдеевке. Да, в Авдеевке, это, ну, где сейчас да, все тяжело и плохо. Беда, да. Это беда. Я знаю, что там был, оставался дом родителей, да? Ну, оставался. Сейчас там... что-то наподобие полдома, потому что они жили возле как раз аэропорта, недалеко от взлетной полосы у них был дом. Вот, там, к сожалению, не успел забрать семейный альбом, который очень бы хотелось бы полистать. Ну и какие-то там вещи важные. Ну, я так знаю, что отца уже нет, да? А мама живет не в Украине, правильно? Да, да. Знаю. К счастью, успели увезти до всех этих событий. Родителей? Ну, отца уже не было, а старшая сестра забрала их себе. А где старшая сестра живет? В Болгарии. В Болгарии. Угу. А вы? Нет? Не поехали? Так как-то я что-то... Мне не хочется никуда ехать. Я свою страну люблю. Поехать поработать, да, но так, чтобы вот... Там думать о какой-то глобальной миграции, у меня таких мыслей особо... Фильм о малой родине хотелось бы снять? Сейчас пока нет. Там есть масса интереснейших историй, но вот в данной ситуации, мне кажется, трактовки будут очень сильно разные. Вот. И я имел опыт и... Очень хороший этот был опыт, даже я благодарен судьбе, что имел этот опыт. Я работал над совместно с Виолой Штефан, это из Берлина режиссер, она там как кинодокументалист, обладатель там даже каких-то серьезнейших наград, типа «Берлинского медведя» и «Каннских веток» за какие-то там свои работы. Вот. Мы как раз, ну, я был у нее как помощник и как исполнительный продюсер. Картина называлась «Документальные записки из Дикого поля». Это как раз вот история становления Донбасса была. История, как дикое поле превратилось в мощнейший индустриальный край. Ну, история там Джона Юза, история первых переселенцев, там этих даже термин, ну, насколько это правда, не знаю, но термин «еврейский погром», он как раз пошел с Юзовки, потому что там была такая ситуация, когда рабочих, ну, согнали со всей же необъятной империи, всех туда, всех согнали, построили там 10-рублевые дома, они так назывались, приехала торговля, начали торговать, и евреи держали там какие-то лавки по продаже мяса, и вот что-то они в один прекрасный момент решили поднять цену. Ну, это, естественно, отразилось на работниках. Работники пришли к Юзу и сказали, давай нам повышай зарплату, потому что там мясо подорожало, ну, логично, водка подорожала, логично. давай. Ну, он вместо того, чтобы... Ну, виноваты платить, евреи. Ну, конечно, кто же во всем виноват, это ж мы все знаем. Вот, и сделали погромы. Ну, это вот оттуда. Вот о той истории сняли бы. Ну... Было бы интересно вообще снять такую глобальную историю, но я понимаю, что сейчас трактовать ее сейчас будут... Сейчас это точно казачество безопаснее, это точно. Ну да, я просто понимаю, что в данной ситуации, потому что мы можем говорить разное,
Мы можем говорить о людях плохо, называть их как угодно, но у тех людей, которые там живут, у них тоже есть своя правда, и они там руководствуются тоже своими какими-то, ну, определенными принципами. Там же остались ваши одноклассники, какие-то знакомые, приятели, или уже никого нет? Там совсем-совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть? Да. Общения нет никакого? Ну, такое есть, но оно очень шаткое. Сложно? Ну, сложно, да, потому что не хочется входить в эти политические брызги. Ну, просто не хочется. Ну, уже сильно надоело. Ну, и смысла нет. И смысла нет, да. Это очередная безысходность будет. Ну, почему? «Правила боя». Кассовый фильм, как вы думаете? Надеюсь, да. Ну, то есть, вернее, как еще рано говорить о том, кассовый ли он, есть ли у него признаки фильмов, которые имеют шанс стать кассовыми? Ну, очень большие на это возлагаю надежды, потому что мне, конечно, об этом фильме вот говорить сложно, поскольку он прошел через меня. И... Ну, вы еще практически кормите его грудью, я понимаю. Да, поэтому сейчас там говорить, хороший или плохой, это зритель должен уже сказать. И уже 26 января он выходит в широкий прокат, и, ну, там уже пускай зритель скажет. Нет, ну все равно же... Но сейчас я скажу честно, да, об честно этом фильме. Давайте. Была попытка сделать героя нашего времени. То есть, опять же, повторю свои слова, которые говорил. Человек, главный герой, он неплохой и нехороший. Ну, у него есть как набор позитивных каких-то хороших качеств, также и частично он делает какие-то абсолютно глупые... Ну, прям как у Лермонтова Печорин. Он же у него тоже неплохой, нехороший. Ну да, он да, да. Какой есть. Какой есть. И, к счастью, мне кажется, что вот мы все одинаковы. Ну, мы все такие. Мы делаем какие-то очень глупые, плохие вещи. Мы делаем какие-то хорошие... Ошибаемся. Ошибаемся, да. Но... Все начинается с семьи, все начинается с того, что в тебя заложили родители. Если ты нормальный гражданин, то ты все равно будешь поступать по совести и будешь делать тот правильный выбор, который, ну, может быть, тебе будет от этого в 100 раз хуже, но во всяком случае ты не навредишь людям и сделаешь что-то хорошее и правильное для людей, которые от тебя зависят. Ну, вот фильм про это, в первую очередь. Но все равно же, когда вы его делали, вы же закладывали какие-то вот штуки, которые сделают его успешным, да? То есть он должен быть там, ну, ярким, конечно, привлекательным. Или от пиара все зависит? Нет, вот, нет, на самом деле мы закладывали сразу, потому что и мы закладывали в картинку очень многое. Снимали мы на одни из лучших сейчас камер, которые есть. Там и аноморфотная оптика у нас была. Это одна из таких из последних, очень таких дающих приятное, красивое изображение. И много занимались постпродакшеном. Ну и, в принципе, в саму историю... Ну и актеры, в общем-то, модные. Опять же, не просто модные, а супермодные. Очень повезло собрать такой... ансамбль. Сергей Дмитриевич Романюк. Ну, для меня это вообще актер номер один, и я скажу вам честно, ну, это мирового уровня артист. Алексей Сергеевич Горбунов, Станислав Баклан, Толик Пашинин, Дима Ступка. Очень прекрасный молодой актер Паша Ли с огромным потенциалом. Ну, то есть, замечательный музыкант для него была это... дебют, первая работа в кино, но он настолько сильный, харизматичный и талантливый парень, Женя Галич. Ну вот Паша Ли и Женя Галич, это те, скажем, фамилии, да, и лица, которые должны привлечь молодежь, потому что оба они известны в неформальной среде, скажем, и благодаря там и телешоу разным, и в принципе, это такие медиастар на самом деле, потому что, ну, старшее поколение, конечно, отреагирует на Горбунова, а вот, то есть вы сделали все для того, чтобы захватить в плен всех, в принципе, на самом деле. В принципе, я делал фильм для всех. И мы когда со сценаристом еще в самом начале, только вот первые у нас были драфты, первые наброски, мы сами вышли покурить на балкон и вот друг другу почти одновременно сказали, что мы хотим, чтобы это кино было семейным, чтобы отец взял своего сына и привел в кинотеатр, и как вот там
45-летнему или там 35-летнему отцу, так и 10-летнему, 15-летнему мальчишке, девчонке было это кино интересно смотреть. Угу. Какой у него статус у фильма? 12. 12+. Да. То есть там нет каких-то неоднозначных сцен, нет как той раз агрессии, которая... Не хотелось этим педалировать. Во-первых, кино-то не про это. Вот. Ну, опять же, есть и экшен в этом же фильме. Ну, бокс без экшена. Ну, бокс, да, потому что помогали... Что-то надо ухитриться сделать фильм о боксе без экшена. Ну, да, да, да. Ну, прям такого, прям с перестрелками, с погонями, с мордобоем безудержным, конечно, этого тоже там нет, ну, потому что все-таки история о двух спортивных клубах, противостоянии двух клубов. Один клуб с традициями, поскольку все-таки украинский бокс, он с очень глубокими корнями. И клуб называется так вот, «Сталь», ну, вот так вот. И современный модный клуб «Андердог», ну, как бы некая такая дань моде современной. Вот просто как бы еще одна из таких из главных идей противостояния вот этих двух культур, там, современного поверхностного и того глубокого, с корнями уходящим давно. У нас сегодня ключевое слово «глубокий». Мы его неоднократно повторили, это хорошо. Вы могли бы быть боксером, например? Нет, не ваш спорт. Какой спорт ваш? Не, бокс мне нравится, ну, смотреть. Вот. Не вот именно внутри. Ну, внутри... Нет, такое... Не мое. Какой ваш спорт? Рыбалка. А грибы собирать? Нет, рыбалка? Да. Ну, рыбалка – это достаточно медитативное такое занятие. Ну, да, зато кайф. И причем результат непредсказуем же. Да, да, в этом и есть кайф. Ну, это похоже на работу в кино, мне кажется. Ну, тогда рыбалка вообще это. То есть нужно прикормить? Ну, нужно, да, выбрать правильную снасть, день, да, правильный день, снасть, правильную снасть, да, понять, как, правильное, что ты хочешь поймать. То есть, смотрите, да, локация, свет, да, деньги, рыбалка – это кино. Мы так хитро пришли к этому. Ну, наверное. Вы любите собак, я знаю. Да. Это вот издавна с детства? Это с детства, да, с самого-самого маленького. У нас жили животные, сколько я себя помню, столько они и жили у нас. Разные или собаки? Ну, собаки, собаки. Сейчас какие собаки? Сейчас у меня миниатюрный бультерьер. Миниатюрный – это какой? Ну, есть стандартные, угу, которые такие более крупные, более сильные. А миниатюрный, он сантиметров на 10 ниже от стандартного. Угу. Ну, говорят, хозяева похожи на собак. Я бы не сказала, что вы бультерьер. Ну, не знаю. Мне надо видеть. Она очень милая, она очень добрая, позитивная собака. Она еще девочка. Да. Причем было очень смешно. Я же давно хотел себе поставил такую. У меня была собака, которая прожила со мной 15 лет. Ну, старенькая была уже от старости, понятно, умерла. Мы с женой где-то, ну, наверное, полгода даже не думали. Ну, потому что так отходить было тяжковато от всего этого дела. А потом я все-таки говорю: слушай, ну, уже у меня глупости происходят. Бывает, там приходишь с работы, взял поводок, вышел на улицу, стоишь как дурак, думаешь, а что я тут стою? Либо по старой там традиции кусочек колбаски кинул под стол, а смотришь, а он там уже и засох. Вот. И я говорю, все-таки надо заводить собаку, потому что как-то всю жизнь была собака, а тут как-то, ну, не понимаю. Она: а кого ты бы хотел? Я говорю: я вообще хотел бы бультерьера, потому что у меня давно жил такой пес, и он был очень суперовый, такой развеселый, хулиганистый. Ну, то, что там все говорят, что это собака-убийца, это все... Ну, как воспитать? Бред собачий, я вам так скажу. Из боксера тоже можно сделать убийцу, ну, правда, да, же? Да, ну, из боксера человека, я имею, да, в виду. Такса, он живет по соседству, страшнейшая собака. Вот. И я сказал, я хочу только такую, чтобы супер-супер-супер-пупер, самую лучшую, чтобы ни у кого такой не было.
Ну и начали смотреть, искать, и в Англии там нашелся этот помет. Хозяйка, мы написали письмо, она такая говорит: «Да нет, в Украину, там я не понимаю, что это такое, не продам вам этого щенка». Даже собак боятся в Украину. Да, да, да. Страшное дело. Но я потом составил душераздирающее письмо, и она, ну, и отправил на свои старые работы ссылку. Ну, что написал, что режиссер, что у меня семья, двое детей, и там все у нас, все условия для этого есть. И она эскимоску увидела и говорит: «О, это добрый человек, значит, продам, все». Класс. Мы не поговорили, кстати, об эскимоске, хотя я хотела. Какая у нее судьба? Она вот сейчас лежит просто и все? Нет, она живет своей жизнью. Это мультфильм, да, надо сказать. Это детский, да, мультфильм, сериал. Да. Очень классный, мне нравится. Я просто был режиссером, автором этой всей идеи. Под первый сезон Госкино мы выиграли тендер, питчинг этот прошли, они профинансировали, мы сняли первый сезон. Он получился, вот, там много забавных было историй, связанных вообще со всеми этими идеями. А потом продюсеры, которые, киностудии, ну, которые обладатели были, получали финансирование, перепродали права в другую студию крупную. И сейчас там, по-моему, третий сезон уже вышел, она продается там по всему миру. Ну, я, честно, рад, что вот такая идея совершенно... Не, он очень хороший, правда, да. То есть, ну, вы уже к этому отношения не имеете. Ну, я уже к этому не имею никакого отношения. Этот мультфильм уже откормили грудью, я поняла. Ну, да, он уже... Ну, ты же уже все, ты уже сделал все, что мог сделать. Дальше уже все это живет своей жизнью, ты просто... Есть жанр в кино, к которому вы очень хотели бы подступиться, но понимаете, что пока ни время, ни место, ни деньги, ни конечно, техника. Конечно, есть. Вот, я вот очень такой люблю комиксы. Заветный. Что? Комиксы очень люблю. Класс. Вы что, правда? Да, да, да. Черт, я не знала. Я бы сразу заговорила о комиксах. Я очень люблю тоже комиксы. Да, мне кажется, это такое вообще направление для кинофильма, ну, вообще для фильма. Вообще для это, всего. Это очень замечательно, потому что художник уже тебе все рассказал. Все, что хотел тебе рассказать и показал в картинках. Уже кадроплан есть. Да, тебе просто взять и даже реплики оживить. Да, да. Ну, много таких вот интересных сейчас выходит историй. Они чем подкупают, что есть некая такая фантастичность во всем этом, но все происходит в реальном мире. Подкупает тем, что всегда есть набор каких-то невероятно интереснейших персонажей, героев, наделенных какими-то там своими определенными хитростями, способностями. Ну, кажется, вот это бы очень бы хотелось сделать. Сделайте. Ну, вот как сделаете, приезжайте, еще поговорим. Да, хорошо? Да. Спасибо вам большое за то, что вы, ну, такой, какой есть. Вот мы ничего не вырезаем из программы на самом деле. Вот как поговорили, так и поговорили. Таким вас и увидят. Ну и супер. Правда? Спасибо огромное, что пригласили. Спасибо. Приходите. Вам. Придем. Це був Олексій Шапарєв, український режисер, дуже глибока, іронічна і самоіронічна людина. Саме такі риси я особисто ціную в людях. І знаю, що цінуєте і ви, тому що ви дивитесь і пишете свої відгуки, і дякуєте. Це дуже приємно. Все добре. До побачення.